Карантин-поэт в одно слово с маленькой буквы представляет. Господин Заразный. План всеобщей сабинизации. Собянин был на вирус зол. И чтобы с ним справляться, он нас отправил на СИЗО, а на самоизоляцию. Есть пропуск с фото, чтобы брать, когда идешь по воду. Собачка наша ходит срать во двор по QR-коду. Тут власти мысль пришла в умы дожать нас попытаться, раз добровольно сели мы на самоизоляцию. А чтобы упредить протест и круп подорожания, пора вводить самоарест и самозадержание. Серьезный план, не надо ржать. Вопрос реально важный. Себя ведь самозадержать успешно сможет каждый. Ты сам себе такой идешь, и тут с лицом дебила вопрос себе же задаешь. Куда собрался мин? Не слушай, ты че? Зачё? Себя же крутишь ловко, а вывихнул себе плечо. И вовсе уголовка, жена и кошка в понятых, все в протоколе, ладно. Легонько можно дать поддых, чтоб было неповадно, сказав себе, не шибко тут и не таких вентили, себя везешь на самосуд в своем автомобиле. Дать взятку самому себе, при этом и не пробуй. Зачем нам пятна на судьбе? Ведь сесть же могут оба. Куда бы дальше развивать, Собянин рад стараться, мы будем самоштрафовать и самоштрафоваться. Ты пукнул вирусом, ты лыщ, ты не соблюл дистанцию. Впаяй себе же пару тысяч и выпиши квитанцию. Повторно 10 или нет, полтос, по крайней мере. А деньги в личный кабинет на счет московской мэрии. Вот я реально не пойму. Да нет, мне вывод ясен. Здесь каждый сам себе Муму и сам себе Герасим. Страшны нам русским не менты, не Путин, не Собянин, а мы же сами, я и ты, обычный россиянин. А вирус, что тут говорить, стране не угрожает. Ведь мы же можем повторить, и бабы нарожают.